Россия, 19 августа 2016 года. Сегодня мы будем снимать увлекательное шоу. Какие планы? Выживаю я зачем-то. Посмотрите на этот смех. Ведь они знали, что сделают дальше, и это их забавляло. Юные парни в возрасте 23-24 лет отправляются на своих байках в дикие места, в которые не ступала нога человека. Что же они забыли там? По этим кадрам видно, что, возможно, они поклонялись какому-то культу. Сейчас вы можете наблюдать их подготовление к ритуалу. Они жгут костры, размахивают руками, кричат, явно угрожая кому-то. Так что же делают двое юных парней в местах, где нет никакой цивилизации? Они просто готовятся, сисы. Они просто готовятся, сисы. Этот край суров и непредсказуем, блядь. Кто-нибудь, Артём, передай привет. Я вернулся домой в Пилипино, где я родился. Сегодня здесь будет у нас сосисочная вечеринка. Дальше граница, мы не знаем, как пройти, чтобы нас не оседлали сзади. Там дальше, в Билибино, находится лес, в котором мы будем сегодня выживать. Теперь уходи вперед. А это машина ебаная. Ну да, есть. Суки тупые твари, ебаные мрази нахуй, овца ебаные. Как выключить камеру? Ищем пристанище. Где-то девки смеются. И вот там, знаешь, это в американские фильмы ужасов, типа такие, и мы их потом убиваем. Макс, как ты скажешь, что? А? Что? Что? Макс. А? Это, вот, короче. Смотрел наш влог прошлый? Да. Он закончился на этом месте. 1300 зрителей было. Нормально. На премьере. Да надо купить было шапку за 25 рублей, блядь. У тебя шапка за 25 рублей? Да, мы помнишь, что ее покупали, когда да, нормально ходили? Она? Да. Че, я сушу волосы. Да пиздец, да вообще, ты нахуй, у тебя голова просто мокрая. Всем доброго времени, давай заново. Давай. Блядь, начинает мигать красная хуйня. Давай поменяем батарейку. Так, все, готов, Макс, готов? Да. Какие-то чмошники сзади идут. Да? Мешают вести программу. Всем доброго времени суток. И мы с вами находимся в самой северной части планеты, под названием Северный полюс. Ну и тут квадрокоптер все снимает. Но у нас нет. Из 50 тысяч просмотров было 3 комментария. Тактильный аф отменен, Артем. Кто отменен? Тактильный аф. Кто это такой? Не знаю, так написали на экране. Да пошел нахуй. Или что там? Не знаю, тактильный аф. Тактильный аф, да, в пизду. Это... Автофокус, наверное. А, наверное. Ой, ебаные романтики, блядь. Они просто стояли и тут стояли. Стоят, фоткаются. Ну что за хуйня? Мы же снимаем влог. Здравствуйте! Чтоб им стыдно стало. Да, да, давай, давай. Погромче, мата Марии. Доставай хуй, Макс! Короче, вы три говнюка в комментариях из 50 тысяч просмотров написали, ну не те сосиски, жареных-то не было. Ну мы и пришли пожарить, первый раз снег выпал, вот мы пришли. Сейчас будем расчищать полигон, мы купили углей и всяких штук. Ну все это вам покажем, короче. Устанавливаем камеру. Че это за хуйня, Артём, блядь? Че, че? Я внизу, вот тут. Я обоссался? Там какая-то моча, ребята. Короче, мы начинаем расчищать место. Нам много надо расчищать. А ты уже расчистил? Все. Мы расчистили, Макс расчистил. Тут какая-то подозрительно страшная книга, но мы ее можем прочитать, пока будем жарить вкусную еду. Марсик. Макс, хочешь прочитать Марсик? Нет, это будет розжиг наш. Наш розжиг? Тут какой-то детский сад, блядь, происходит. Девчонок катают, нас бы тоже, конечно, покатать. Но никто нас не покатает, конечно. Ой, нам показывали вот так. Из машины. Возможно, только что был шанс, чтобы нас тоже покатали. Сегодня у нас много всего. Например, угли. Нихуя ты за кадр шел, страшно. Угли. Видно? Да, видно. Угли. Так, сейчас. Много всего, говорю. Вот, Макс, шампуры. Два. Салат. Че режешь, блядь? Да вдруг там ветер? Не, нормально. Салат! В прошлый раз мы такие орали, потому что думали, что нас не будет слышно, но все, заебись было слышно. Будет смешно зато. Это мое, бля. Это Макс. Заправка моя. Стол!
сажаешь ракету? Да. Это наш стол. Запасной пакет. Грибочки. Самое смешное, если мы не разожжем костюм. Это опять нелегальщина. Да в смысле это легально? Да ты чё, там у нас сана. Вот, блядь, не мог, что ли? Ты же любишь холодную? Да. Ну не кидай так, блядь. Нахер ты кидаешь? Ну и самое долгожданное, сосиски. Да, блин, покажи сосиску, Макс. Окей, блядь. Вот, сосиски. Ну, испанские написано. Лепешки из хлеба. Да, надеюсь, они не сырые. Да, похожи очень на сырые. Да, прям пиздец, как прям похоже. Как тесто, просто. Знаете. Розжиг, сырочек. Это для огонька в нашей семье. Да, это как традиционный напиток. Ну и остался у нас. Какое-то дерьмо, но мы его пожарим. Честно, это... Нарезочка. Разжигать костер осталось нам срочно. Сейчас надо быстро этот сделать, ребята. Будем строить огород из... А как мы построим? Да как, где мы, блядь, найдем камни? Ты шо? Просто так, да, насыпанем? Ну, как бы... Давай яму выкопаем. Так чем, блядь? Давай что-нибудь отломаем. Шампуром. Блин, холодно, мать. Да, замерз? Ну что-то тут отстойное место, если честно. Ну, так ты его выбрал, я тебе говорил, да, давай сам. Ветер, да, поднялся? Так, давай пока выключим горой, камеру и согреем ее. Там под горой можно, Макс, сидеть. Пошли, пошли. Блин, все собирай. Да, собирай. Да, блядь. Собирай давай. Ну все, пойдем. Мы сменили место локации, теперь находимся там же, но под горой. И сегодня мы обучаемся сами, мы сами не умеем. Берем вот это. Это как... Это как уголь. Смотрите, учитесь. Вот так. Ключ дать? Давай. Берете, короче. А, кстати, можно будет сжечь этот тоже, не забывай. А, да, тогда оставляете вот так. А, и сюда заливайте, прямо поджигайте. Ебой. Розжиг, теперь помолимся. Чтобы не взорваться? Нет, чтобы все прошло успешно. А, ладно. Если сейчас, ребята, ничего не загорится, там надо, по идее, вылить его, подождать, чтобы угли пропитались, а потом зажечь. Ну, давай. Но желательно, чтобы была бумага, ветки там. Я его пропитаю как следует. Только оставь розжига. Я промариную. Да, да. Промаринуй прям красиво. А только оставь немножко этого розжига. Да, я думаю, половину. Да, половину как минимум, наверное, да. Еще. Теперь ждем. Вот, сейчас он впитывается, ох, видите? Пиздец. Надо подождать. Так, сейчас подождем, а пока можно... Все, я пошел, короче, на, блядь. Блядь, я давно это его даже... Новогоднее дерево. Чисто украшено, превосходно, волшебно. Как, Макс? Я думаю, просто сейчас сжечь можно. У тебя мания, да? Да, я пиромант. Ну вот посмотрим вот на эту вот... Корягу? Это была бензина. Купить полторашку. Полтораху, блядь, да, как тогда, блядь. Мы как-то покупали две полторашки бензина, но я не помню на что. На АКУ. А, да, чтобы покататься в гаражах. Да. А, и нам не хотели продавать. Мы покупали. Ты говно, ты отправ меня, блядь, одна была. А, да, мне стыдно было. Пиздец, а я только с двумя полторашками говорю, дайте бенза. А они говорят, нахуя? О, ля, ты же знаешь, как меня заманить. Когда что-то шатается, я нападаю. Да, да, я помню, как ты разрушил школу, блядь, псих. А, ну никто не узнал. Да, да, конечно. Я, потом я написался среди старшиков, стою с ней, и говорит, какой-то гнида сломал стену, я найду его и убью. Вот если его полить бензином и поджечь, вот это было бы... Ну тут надо было костер прям делать. Да. Все равно оно умерло. Это, ну, легально? Да, кажется, да. Да нормально, давай сожжем его нахуй. Ребят, ставьте лайк. Да? Да, конечно, лайки наставят, пацаны. Наговаривает браконьерство. Да кого, блядь, это сухой пень? Закладываем бомбу. Давай. Что-то не горит. Ай, блядь, больно. Давай подожгем вместе. Ай, больно, блядь. Нормально, давай я. Пока тебе больно, мне приятно. Ну, давай. Брызну вот сюда. Да, вот сюда, брызну. Давай, давай, Макс, вот на краешек внизу. О, хорошо. Давай, говнищика. Блядь, Артем, еще... В такой позе охуенной. Я сохраняю очаг. О! Шняк загорел. Ну и хорошо. Высохли волосы почти.
Да хватит руками, ты это, ты чё, ебанутый, у тебя сейчас зажги. Чё, чё, я сильный, блядь? Руки не спались. Ты чё думаешь, я огонь не выдержу? Я сейчас еще пальцы высушу в огне. Давай, да, давай суй, да нет, Артём, да нормально все будет. Оно как бы будет гореть поверх пальцев. Огонь, он же всегда поверх горит тебя. А, ну вот заебись, да, веер. Да, Артём, блядь, ну ебаный в рот, это... Ты в смысле, ты это будешь есть? Серьезно, блядь? Да пиздишь. А что не так? Да оно сгорело, блядь. Ты чё, ебанулся? Я приготовил. Да это горелый хлеб теперь. В смысле, это вкусно? Куда теперь это деть? Ты зажрался. Да, ебать, угли жрать. Ну да, вообще зажрался, пиздец. Ну, рук нету, Макс. Надо стол соорудить было. Как тебе вот такой стол? Туда ложи просто. Все, подожди. Чего? Да она не такая горячая. Нет, я просто имел в виду каким стороной. Тихо, тихо. Переворот. А, гарь ебаная. Ну пиздец, ладно. Ну конечно, блядь. Я так люблю. Артём, блядь, ну оно все, это пизда. Да, точно. Артём, оно, блядь, горит. Покажи на той стороне, что. Ненормально там все. Ненормально? Нормально. Я видел, блядь, уже. Он сырный, что ли, внутри, или что это? Ну, отдает галиком и розжигом. Переворачивай. Поставьте лайки, ребят, мы дерево сожгли ради вас, блядь. Потом мы убьем человека ради вас. Итак, Макс у нас принимает очередное испытание в своей жизни. Он медленно разгребает угли в поисках своей жизни, которую он потерял когда-то в этих местах. Максим уже 3 года живет в этом лесу и уже давно не выходит в город. Местные поставляют ему сосиски и булочки. Да, неплохо было бы, бля. Это дерево Макса. Раньше оно было его домом. Я его убил, да. Давай их двоих сюда ложи сейчас. Я вот так их... А? Так, надо понюхать гриб. Запаха нету. Ставь суперблюдо. Это двойной запекан. Назовем. Ты про него забыл? Чё, чё? А, кусок мяса же, блядь. Мы будем как собаки этот кусок мяса драть. А мы его, думаешь, будем есть? Да. Итак, у нас готовится второе блюдо. Самая отвратительная часть, которой мы не ожидали и случилось с нами случайно, это ебанутый шашлык. Ох ты, да блядь, блядь, а как ты его будешь? Ну, я хотя... не знаю. Не, ну можно руки потом в снегу помыть. Я расчленяю это. Что-то тебе отвечает оттуда? Похож на бомжа? Поднимай его, поднимай эту тварь. Следующее видео, блядь, мы едим людей нахуй на стройке. Надеюсь, блядь. Только чтобы она не касалась деревяшек этих обоссанных. Квест сложный. Не получится? Не знаю. И чё, как тебе? Я вижу. Мне в глаза, блядь. Я вижу, тебе в токсины, блядь, летят. Судя по тому, как мне горячо, оно уже должно быть готово. Ну попробуй. Все, готовится. Выглядит хуёво. Ну да, выглядит. Ваша любимая рубрика. Дегустация. Берем свой, это мой дед еще приготавливал. Рецепт деда? Да, он уже всегда жил в лесу. Блять, я чуть он не упал. Он знает, как это готовить, вот так. Кисло-сладкий соус у деда был всегда. И, из Макдака создателем... знак Макдональдса нарисовал. Сюда ложим потроха ягуара. Грибочки. Так. И нужен обязательно сыр. Давай, Макс, держу. Так, сейчас Макс сыр найдет. Опа, ля, какое очко. Вот бы, да, девчонки, кто очко тот лайк. Распаковываем сырчок. Великое блюдо начинается с великих целей. Как тебе? Мне... Чего? Нормально? Давай начнем как-то это. Давай. Как? Сракотан. Грибы, скорее всего, сырые. Гриб. У меня корка в горле встала, думал задохнуть. Неплохо пока. Да? А грибы прожарились? Я только сосиску почуял, и то еле-еле. Пока вставал, выдохся. По-любому, блядь, кто-то же готовит по нашим рецептам. Кто, блядь, напишите в комментах. А еще лучше с фоткой. Да, да. Настолько вкусно, что ты не можешь говорить. Не понимаю, гриб, он, по-моему, сырой. Ну, скорее всего, да. Ну ладно, ребята, из рецепта гриб можете убрать. Дай попробую гриб. Да, он сырой. Ну, кусишь? Ну, я думал, ты мне сделаешь. Кусай. Ну, пока. Сосиска все вытаскивает сыра. Ну да. Хочешь бутерброд? Вкусный такой. Я хочу теплый. Могу сделать тебе вкусно и тепло. Нихуя себе, Артём.
Ждем, бля, ждем. Вот как я хотел изначально. Видите, теперь она со всех сторон как бы прожарится, кроме верхней. Но верхняя сторона похуй, мы снизу поедем. Прошлый влог, ты не помнишь, тоже с ебанцой? Да, у нас все блоки с ебанцой. Спасибо. Кому? Богу. За еду? Эту божественную. Я тебе сделаю вкусно. Ты мне сделаешь с ветчиной еще? Да. Я думал, ты ее домой заберешь. У тебя будет объедение. Давай попробуем. Я так устал. Потому что, блядь, пиздец, мы шли сюда. Ищем штучку. Так. Это, ну, к Максу я приготовлю прям, прям вообще, он сейчас охуеет. Так сидишь по-пацански, что ты не можешь не приготовить невкусно. Нихуя себе, вот, ну это, бля, это уже это. Своим девушкам такое готовить надо по утрам. Это называется по-султански. По-султански. Ребят, пацаны, короче, вот, смотрите, рецепт. Запоминайте. Запоминайте, да. Девчонки будут. А салат, блядь, нахуй кинешь мне? Да, да. Спасибо. Это вот сейчас вот так. Угу. Хорошо, что у меня руки чистые. Ну, наверное. Не верю тебе. Не, реально чистые, я их в снегу мыл. А? Там в снеге грязь, так что Артем грязными руками готовит мне грязный бутер. Но я съем его по-мужски. Его закончил. Надо помыть, поэтому мы сделаем вот так. Нормально помыли. Я прям вижу, как с него микробы улетают. Тихо, это волшебство. Что-то булка какая-то не особо поджаристая. Спасибо. Спасибо тебе. Итак, Макс решил усовершенствовать свой невероятный бутерброд. Он решил его подогреть в диких условиях. Блин, заебись, кстати. Знаешь, как такой сэндвич прям, ну такой... Ну, это KFC. Да, да. Ну, либо что там? Ролл. Цезарь. Ролл Цезарь. Ну-ка. Неплохо. Ну, по-любому неплохо, там все годное. Там все годное, на туре очень вкусно. Ну, да? Ну, как бы, вот эти вот сочетания кисло-сладкого соуса с сосисочки. Так. Салатика и сырка, они просто взрывают сознание, и как бы, ну, эйфория начинается. О! Просто слияние вкусов. О! Оно великолепно. Ты будешь это есть? Бля. Че, пахнет вкусно? Да. Игнат. Успехов тебе. Во всем. В творчестве, в жизни. Чтобы здоровье было крепким. Игнат стоит. Ты все время был мне рад. Игнат. Но немножко я тебя скушать рад. Игнат. Ты так выглядел прекрасно. Но ты жил так ведь напрасно. Ты был обречен гореть в пнях. Красиво, блядь. Бедный, кто это был? Он не знал, что он будет гореть между пнями. Ну да, пиздец. Да, жил, блядь, человек, нахуй. Я дождусь этот кусок мяса и съем его вместе с вами, ребят. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Блять, страшно. Ту-ту-ту. Не, ну это если вкусно, я в это в лаваш тебе заверну. Нет, нет, спасибо. Я отказываюсь, я пас. Артем, ты уверен? Оно горячее, наверное. Язычок какой. Блять, ебать, оно хрустит, как дерево, блять. Артем, ты... Ну, вкусно, кстати. Ну да, если там выковыривать нужные места, да, нужные достаточно места. Вкусно. Наверное, у меня уже глисты. Не, наоборот, там все мертво, Макс. Чат, привет. Это мы. 27-й день этого бестрого выживания. Мы застряли где-то в северных лесах. Да, мы реально, ну, типа, мы не хотели ничего жечь. Этот старый горелый пень, который мы подожгли, ну, это вынужденные меры, простите. А этот старый горелый дед тоже, мы не хотели его есть. Да, Игнат, прости. Прости, Игнат. Ну, семья Игната, если вы нас слышите, ну, пиздец. Ты напомнил нам детство. Детство. Батарея садится, это последний день. Третья мировая. Третий мировой последний день? Ну, мы прячемся от призыва. А, да, мы в лесу прячемся от призыва. Да. Жень-пень. Пока. Пока. Дай в них снежок запульную, чтобы они охуели. Давай. Ну так, ладошкой попадаю. Можешь их закрыть. Чпоньк. Вау, вас не видно.